Всем приветствую вас на своем канале. У микрофона Данил Добро, канал Быстрый ПК. В этом видео я расскажу про российскую соцсеть Ярус. Как мы видим, это у нас нижегородская команда, которая перебыла Санкт-Петербург, создала свой стартап, запустила такую вот соцсеть Ярус. Мы перейдем в саму соцсеть. Вот я решил поискать тот свой канал. И нашел только почему-то канал на Рутуб. Ну, если то, что я выкладывал на Рутуб, так тут еще можно найти, по идее, на Ютубе. Почему-то ютубовские видео тут отображаются хуже. Их меньше почему-то. Потому что я уверен, что на такие вещи нужно выпадать больше. То есть сначала думал, как тут найти свои видео, как их выложить. Оказывается, они залились сюда, как бы сделали такой поиск по видео между всякими разными видеохостингами. То есть я даже по ссылке сюда не должен, мне ничего не нужно добавлять. Тут у нас есть лента, есть новости, есть видео. Как раз вот с разных ресурсов можно выбрать, с каких смотреть. Не все, как я заметил, нормально работает. Ну, например, если мы выберем Ярус, это то, что именно залито сюда, в эту, через эту соцсеть. То есть это тоже как видеохостинг можно использовать. Такая типа альтернатива. Есть какие-то события, тоже есть какая-то сортировка. Сюжеты — это короткие видео. Музыка. Как мы видим, Ярус музыка, не знаю откуда они ее берут. Блогеры. Так, и давайте-ка перейдем в мой профиль. Посмотрим, что там произошло. Я всего тут сижу. Один день, сутки, и вот такие вот показатели. Я создал три ленты. Первая лента у меня тут 28 подписчиков, как я видел, 27 просмотров. В общем, тут какое-то есть продвижение начинающих блогеров, которые только-только начали тут что-то публиковать. Их продвигают. Там есть отдельный раздел с начинающими блогерами в мобильной версии на смартфоне. Из недостатков, которые я сразу заметил, это то, что тут нету кнопки репостнуть. Есть только кнопка поделиться. И тут почему-то ее вот она, кнопка как-то неудобно все расположена. В полной версии сайта, как мы видим, вот фотографии надо делать не вертикальные, а горизонтальные, к сожалению. Потому что горизонтальные тут нормально смотрятся. Вот вертикальные, как, например, тут они вот обрезаются. Только при полном открытии все можно посмотреть, почитать. Данная соцсеть мне понравилась, то, что она поинтереснее, чем, например, Дзен. Если кто не знает, что такое Дзен, это сервис Яндекса, бывший. И там тоже вот эти вот статьи есть, тоже есть, правда, статьи там поинтереснее в плане оформления, чем тут. Но я думаю, может, тоже потом они что-нибудь добавят, сделают поинтереснее. Потому что соцсеть все-таки начинающие, они лучше всего хотят сюда еще добавить монетизацию, получше сделать какие-то подписочную систему сделать на авторов. То есть платные каналы. В целом очень интересное направление. Мне понравилась данная соцсеть, буду в ней публиковать свои посты. Если хотите зайти прямо сейчас на мой канал, вот я сделал QR-код, можете его сканировать и перейти на вот этот канал, посмотреть все мои ленты. Их у меня всего пока что 3, думаю, больше я пока делать не буду. Посмотрю, как они будут развиваться. Ну, из плюсов, я только создал аккаунт, уже появились какие-то первые подписчики. Это прям большой плюс. Такого даже в ВК у меня не было. Так. Тут работают ссылки. Например, я еще смотрел другие аналоги. Имеется в виду российских соцсетей, которые выпустили не так давно. И, по-моему, это самый лучший вариант. Хорошая альтернатива ВК и, например, Дзен. Правда, вот опять-таки в эту полную версию сайта я не вижу сообщений, то есть общения напрямую с пользователями.
Хотя вроде бы в мобильной версии оно есть. В общем, мобильные версии сайта, то есть UI-приложение, которое можно скачать на Android и iOS, сильно как-то отличается от того, что мы видим на полной версии сайта. Не все тут еще реализовано. Не весь функционал, только лента, самое основное. А в мобильной версии функционал побольше, там есть и темные темы, все есть. Уже многие функции добавлены, тут еще нет. Тоже небольшой минус, конечно же, у меня приложение немножко там тупило, оно не всегда обновляет страницу сразу после того, как мы что-то опубликовали. Но если мы там перезайдем на эту страницу еще раз, то обычно все перезагружается и появляется. По этой причине у меня тут два одинаковых поста, потому что этот пост сначала не отобразился, я его заново сукнул. Это у меня все. Благодарю за просмотр. Переходите на мой Ярус, в общем, аккаунт в Ярус, как это назвать-то, профиль в Ярус, получается. Да, получается профиль. На этом у меня все. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео.